Зевс, Троллблайт, Бру, мистер Бру. Что, всех побрюкать может? Можно и побрюкать. А можно? Можно не надо. Лаги. Я не могу забрать удачу. Что происходит? Кажется, зала что-то пошло не так. Подожди, эту игру можно спокойно покинуть, пишет. Да что происходит, не понимаю. Опа. Я не могу нарисовать граффити. Интересненько. Походу не засчитает игру. Хотя вроде как можно брать вехи. Так, у нас месть закончилась. Кукловод закончился. Проворность. Роботика. Быстрые приемы. Что-то прям все позаканчивалось. Вознесение не нужно. Золотой палец, железная воля, чемпион, свирепость. Ля, все позаканчивалось. Прям все позаканчивалось. Ну, допустим. Сейчас тут зелененько сколько? Нет. Зелененько дает броню. Что нам дает скорость передвижения? Синенькая. 11 скорости передвижения. Ну, это мало. Короче, здесь явно игра не будет засчитана. 100%. Миллиард процентов. Ну, я вряд ли здесь ее убью. Ну да, я даже не дамажу. Ну, вообще под дуэлистом. Ну ладно, не страшно. Интересно, сколько все-таки первый ход добавит нам урона? Потому что 80% урона это много. Но опять же, скорее всего, это не сильно нас забустит в теории. Ого. Довольно быстро бегаю. Офигеть. 723. Подожди, а так сколько будет? Нам нужно синенькое. 743. Ну, как бы... не то чтобы быстро. Но там будет дополнительно еще. То есть сейчас 5, потом 7, 9 и 11. С одной стороны, вроде немного. Но тоже сойдет. Под эффектом Циндербрю бонусы умножаются на 2,5. А. Вон оно как работает. Но для этого эффекта нужно Циндербрю. Опа. Опа. Америка, Европа. Побежали, 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 побежали. Кстати, это тоже будет через гонца. По классике. Героем. Чувак с ником Ямми. Ямми, Ямми. Что у нас там по этим, по ММРкам? Где мы вообще? Топ-32 уже.
резко упали. Так, опа, были на 25-м, теперь на 32-м. Да, в принципе, и пофиг. Рекорды вроде... Рекорды все остались на том же месте. Ну ладно, ну ладно. Варпас здесь точно ничего не сделал, все остальное неинтересно. Тоже шляпа. Все не то. Подсейв бесполезный, кстати. Замедление 55%. Урон от попадания 180. Доп урон от атаки 9. Шанс промаха 55%. Направлено на существо. Ну тоже, да, шанс промаха вроде это что дает, но не особо. Маслица, ускорение передвижения 15%. Все на ускорялку. Ускорение, ускорение, ускорение. Тут ускорение. Мне все-таки интересно, сколько быстрее приемы будут добавлять дэмэджа. Пока чуть не особо. По-моему, когда я брал... Блин, наверное, он выиграет. Хрен его знает. Я брал, когда свирепость увеличила себе скорость передвижения. И, по-моему, по ощущениям, работало неплохо. Вроде. Кажется, на МХН. Или не? Да. На МХН. Счетчик урона доступен только обладателю обычного или золотого буста. Обычный буст разблокирует счетчик урона. Золотой буст также позволяет просматривать статистику союзников и противника. Ага. Каких-то союзников? Какие союзники в ВФА? Неизвестно. Что там у него урона дофига? А, ну у него устранение взято. Логично. Я его вообще не пробиваю. Ноль урона. У меня магический урон, а у него сопротивление магии, поэтому я его не пробиваю. Ну, кстати, Циндербри написано, что увеличит в 2,5 раза эффект пассивки. В теории это может неплохо сыграть. Но опять же, я не уверен, но... Здорово, стрим поздно. Чё поздно? То поздно, то рано. А когда идеально? Тип-топ лолка. Тип-топ. Все тип-топ. Либо там ба, либо змейки с вардом. Что-то мне подсказывает, что змейки должны зарешать. Я не уверен. А, тут залаги. Алло. О боже. Все, да. Настримились. Меня просто выкинуло. По крайней мере, мне такого не было, когда я с утра стримил. Вообще. Может, один раз там был лаг дикий, когда интернет пропал. На 3 минуты, наверное. А сейчас какой-то лаг произошел, который вообще... Говорит типа, ой, интернет умер, простите. Ненадолго, правда. Он очнулся вдруг. О, нам дали новую нейтралочку. Госсаммер Кейп. 30 скорости передвижения, владелец автоматически уворачивается от атаки вражеского героя.
Интересно. Автоматически уворачивается. Забавно. Так, нам должны дать книжечку. Поменяем первый скилл бесполезный. Ага. Shapeshift сюда особо не нужен. Зато он добавляет доп здоровья. Как бы не особо-то и интересно. Можно мне вернуть статистику, пожалуйста, спасибо. Так, но здесь мне точно ничего не пригодится. Можно закрывать. Ага, шляпа. Она себе чем-то пополняла ману? Видимо. Может, я не заметил? А, там змейка. Змейка вернула ему немножечко маны. Тоже верно, тоже прекрасно. Так, нам надо как-то увеличивать урон. Но он как бы добавляется, логично, да? Потому что... У меня быстрые приемы, которые увеличивают мою скорость атаки, что добавляет мне немножко урона. Но, опять же, это несущественно. Но, тем не менее, в этом что-то есть. И это уже хотя бы что-то имеет. Кстати, поставка 8-1. Удивительно. Радиус раскрытия невидимости 500. Длительность 3. Урон 550. А также урон от максимального здоровья 10%. Здесь он тому быстро не разобьет. Медведя он точно не убьет. Ему там особо нечем убивать. Но что-то большие сомнения, что... Ну ладно, посмотрим. Там две жизни. Там он точно не разобьет. Даже медведя не убил. И не получилось. Да. Тут хрен убьешь. Тут реально хрен убьешь. Да я и мину не разобью. Плюс 30 к длительности и урону Синдербрю. Не, наверное, все-таки бонус. Бонус поинтереснее будет. Мне интересно, почему я не наношу урон. То есть, собственно, урона вообще почти нет. Он кажется, вроде есть. Но он такой мизерный, что как будто вообще ни о чем. Это ужасно. Надо как-то добавить чем-то урона, чем не знаю пока. Но там я в любом случае погибаю, потому что мина взрывается. Как бы я понимаю, что я могу разбить. Анимация атаки вроде небольшая, но позволяет, по крайней мере, разбить быстро. Но это сейчас, дальше потом не разобью. Тем более он ставит несколько. Даже если пускай одну разобью. Остальные уже никак. Поэтому аналогично, что нужно увеличить себе сопротивление магии. Чтобы при взрыве хотя бы получить не 500% урона. А немножечко меньше. Сейчас в стан прилетит у меня. Тут мне никак не выжить. Тут как бы я ни пытался, мне нет шансов. Правильно, Арина меня полностью. Подожди, это получается...
Владелец автоматически уворачивается от атаки вражеского героя. А может ли он увернуться от атаки? Не, наверное, скорее всего, от варда точно нет. Потому что атаки варда не промахиваются. Хотя в универсальном уклонении, мне кажется, они должны промахнуться. А это, скорее всего, универсальные. Но там написано от атаки, а не от способностей. Поэтому способности, мне кажется, сюда не вписываются. Не, ну скорость передвижения неплохая. Под эффектом Синдербрю умножается на 2,5. Замедление передвижения 36. Умножается на 2,5. А теперь на 3,5, потому что эффект умножился на 1 за счет таланта. Получается 11% и умножается на 3,5. Ого. Так это нифига себе. Так, подожди. У меня сейчас 11. Нам добавляется 49 скорости передвижения. А сколько же... Сколько же будет под эффектом... Под эффектом Циндербрю. Циндербрю. Ага. 173. Как будто бы не хватает. Что со счетчиком? Не знаю. Тут лаг произошел. Мне кажется, игру не засчитают, потому что я и граффити не могу нарисовать. Но странно, что я вехи могу взять. Тут даже написано, что игру можно спокойно покинуть. Возможно, она не засчитает, я не видел. Нужно перемотать и посмотреть. Может, плохо игру зарегало. Не хватило людей. Так тоже возможно. Я не видел, поэтому я не уверен. Но, судя по всему, то, что вот здесь видно, да. Охренеть. Что это за герой? Сначала 20 к урону, потом 90 к скорости атаки на 20-м. Плюс вправо там 20 к силе. На 25-м 15 к броне. Это кошмар. Это не герой, это просто имба какая-то. Причем свои приросты неплохие. 5-1 урон за уровень. Я не могу сказать, что это плохо. Это явно неплохо. 18 к урону, 30 скорости атаки. А здесь сопротивление замедлением. Что уже говорит о чем-то. И плюс, опять же, 35 скорости атаки. И дает 30 крон, если я буду безмолвен. Жестко. У меня кнопка не нажималась. Я думал, что я нажал трампл, а он не нажался. Лаги какие-то страшные. А, у меня пинг подскакивает до 150. Я не понимаю, что происходит. Что за лаги? Алло. Подожди, а что с ОБС-кой? С ОБС-кой вроде нормально все. Показывает стабильные кадры. Че, игра лагает? И 160 пинг. 170. Можно, не надо. Да и пофиг, это разминочная. Тоже нажму готовность.
Зато у меня уже плюс 780 урона. Что называется, урон есть, можно и поесть. Там, кстати, эффект циндербы накладывает страх. Именно горение на 1.5 секунды. Ой. Явно что-то пошло не так. Но мне все-таки кажется, что как раз именно универсалом играть через Giant Strike просто нереально. Это просто офигенно. Жестко. Ну, сейчас спинг стабилизировался вроде. Никто ничего не скачивает. Бывает. Но зато льва могу кинуть. Хотя бы льва могу кинуть. Уже прекрасно. Так, 1156. Под эффектом циндербри будет где-то 1300. Почти. Штука урона есть. Подожди, я... Что? У чувака устранение, а у него нет дополнительного урона? А? Что происходит? У него урон пропал. Кстати, урон горения 416 суммарный. Фига себе, а что так много? Получается, что если я возьму торчерку, так это будет где-то 700? У него нет дополнительного урона. Что происходит? Самый сильный герой в игре с приростом 4.3. Реально, самый герой с самым большим приростом силы 4.3. И у него нет урона... Вот устранение. Что-то явно пошло не так. Беда. Случилась беда. Он сейчас увидит мощь. Надеюсь, я его быстро убью. А чё, я получал урон? А как? В БКБ? Через обратку? Что? А, то, наверное, был другой эффект. У меня уклонение 100%! Чего? Какие нахрен 100%? Я вообще ничего не понимаю. Как это работает? Можно мне отхилиться как-то? Реально, у меня под эффектом Cinder Blue уклонение 100%. Я первый раз вижу это. Так, 25% к уклонению, 45% к скорости передвижения. Пофиг. Какого фига я уворачиваюсь под бойцом шторма, пассивка, да, синенькая, на 100%. Почему это так сильно работает? По крайней мере, я об этом точно не знал. Вот сейчас, опа! И все, и крипы вообще не выпадают. Да, это эффект виндрана.
с длительностью 6,5 секунд. Получается примерно тот же самый эффект. Но я даже не думал, что это 100%. Какие 100%? Вы что, с ума сошли? Подожди, сколько там под первой? 582 под первой торчеркой. То есть под второй будет почти 700, наверное. Да, я, конечно, знал, что Циндер Брю — это имба, но все-таки на брюмастере это имеет смысл. Именно для пассивки. Потому что и дэмэдж, который усиливается от торчерка, он огромный. Реально огромный. Да елки-палки, что ты творишь? А, ну он, понятно, он играет через предмет первого разряда. Через устранение. Тоже интересно. Посмотрим, что будет делать медузка. Ой, пробежался. Крипы такие, вау! Нормально. Она даже не дала ему возможности побить себя. Это прикольно. Ну, ультимейт, конечно, имба. Это мы все знаем. Придурку понятно. Пробежался. Товарищ пробежался. Да, это неплохо. Я вот, конечно, понимаю, что мне нужно увеличить КД. Уменьшить КД. В принципе, логично. Но я хочу увеличить себе урон. Я, конечно, могу взять первый ход. Но первый ход — это 10 секунд. Если не убиваешь 10 секунд, все, урон уменьшается на 8% сразу. То есть 10 секунд увеличил свой урон на... Ого, медведь, ого, медведь. Стоп, в смысле? Я понял тебя. Да, он тоже как бы не особо смотрится здесь, понятно, да? То есть я просто так взял. Чисто для фана, чтобы посмотреть, что будет. А так оно не нужно здесь абсолютно. Вот КД, конечно, да. КД — это основное мероприятие для трампла. Потому что если ты играешь через трампл, логично, что тебе нужно уменьшить КД, чтобы наносить основной урон. Именно через джайнт. Если через что-то другое, то с одной стороны можно и с руки бить. Либо можно найти что-нибудь типа пальца Леона, варда Расты, варда Шамана. Тоже как источник урона. Либо собрать медведя. Медведя можно собирать под любым перком абсолютно. Медведь будет все равно жесткий, если ты пойдешь в ловкость, в интеллект, в скорость, в предметы. Куча золота. Счет все какой-то бесполезный. Ауч. Да, нормально так. Мне нравится мой урончик. Блин, пиратка же добавит слишком много урона. Да. Сколько? А, ну, 400 урона.
тоже пойдет. И он думает, что мне брать? Шарды всякие, аганимы. Бесполезно. Кстати, блинк зелененький добавит 40% скорости передвижения. Это ё-моё. Тут по идее понятно, что если собрать что-нибудь типа найти пассивки тотем шейкера, да? Ой, что я сказал, пассивки. Скилл, который добавляет 400% урона. Это будет имбище. Так, надо поменять ультимейт. Тандергот. Опять скорость передвижения. Это что такое? Сколько? 13%. Чё-то мало. Не, ну как бы сверху добавлять можно. Я согласен. С другой стороны, то, чтобы и нужно. Тут замедление. Для этого мне нужно ударить. Гуль Френзи. Гуль. Так, игра значительно замедляет передвижение врага на 1.5 секунды. Значительно. Может, незначительно. Хотя 30% это тут неплохо. Не понял, что так мало урона. Кажется, как будто опять лагануло жестко. Тут, кстати, перезарядка 4 секунды. Множитель дальность копии урон 30. Ретесть оглушения. Да, что-то сегодня как-то не ахти по скиллам. Ну ладно. Че грустить? Все равно это игра фановая, которая не запишется. И не засчитается. Медведь пробил. У медведя есть пробитие сегодня. 3 муншарда. 0.23. 0.23. Да ё-моё, блин! Ух, бомб! Вот это лаги, блин. Я не за то, как я ее быстро убил, а лаги. Неужели это кастомка лагает? Что происходит? Лаги просто дичайшие какие-то, просто жесть. Не, это кошмар. Так нельзя. Нет, тут по медведик-то, конечно, посерьезнее. Помассивнее. Можно мне хотя бы какой-то подсейв? Да, хотя бы какой-то подсейв. Слушай, перезарядка 37. Да ё-моё, какие думы? Ну какие думы? Правильно, в себя дум. Тоже замечательно. Верное решение. И сразу слилось. Там я на стерон на самом-то и нечем. Кричалка и драгон. Драгон слейв. Все. На сегодня хватит. Один подсейв. И небольшое усиление способностей. Усиление. Ладно, неважно. Тут я что-то верю сюда, хотя я сильно не уверен, но пускай.
По-моему, мне это пригодится. Вроде. Хотя, как я уже говорил изначально, игра фановая. Здесь, как бы, даже если проиграю, абсолютно бессмысленно. Моя очередь. Ты думал, я тут слабый, да? Не-не-не-не. Думал, я слабый? Как говорится, моя очередь. Ты показал, что думаешь, как в том самом фильме, да? Вот это удар! Ти! Вот это удар! Но у меня не удар. У меня бег, у меня топтание земли. Да что это такое? А, у меня снизились сопротивление магии. Тоже прикольно. Тоже интересно. Ё-моё, под шукучами я буду бегать как подорванный. Серьезно. Сколько? 1800. Мама мия. Я что я заменил? Я уже забыл, что я заменил. А, я понял, я заменил пассивку. Я вообще забыл, что я заменил. То есть настолько были бесполезные способности, что я забыл, что я заменил. Не, это ужасно. Это не то. Да, что он не дамажится, странно. Дали Клоаку, теперь дали Рансак. Это тоже не имеет смысла, это все бесполезно. А, оглушение. Оглушение в каком-то мере полезное, потому что это имеет контроль. Но не хочу. Зачем? Фу. Уберите. Сочетание зашибенное. Подходящее, но не для меня. Ервар. Чё-то пока как-то... Хотя, с одной стороны, это неплохая способность, потому что это быстрое перемещение. Нахера мне Хекс? Две жизни. Пойдет. Ну... Если собирать фановый билд, тогда это можно менять. Зачем оно? У меня все равно перемещение слишком быстрое. 1300. Под шикучами так вообще 1900. Почти 2000 бегаю. Смотри, сколько? 1955. А, ну да. Это уже почти примерно та самая скорость передвижения, когда ты... Не понимаешь, как этим управлять. Формула 1 чисто. Но чуть-чуть добавить урона с руки, и можно даже за 1-2 тика убивать. Криты? Инсгрип? Не, о. Еще дополнительная скорость передвижения. Нормально, сойдет. Но не то чтобы нужно.
Иди сюда, сюда, иди сюда, лицо буду ломать. А! Что-то не ломается лицо. Все-таки сломал лицо. Подожди, сколько скорость передвижения? Так, скорость передвижения 40%, дополнительная броня в реке 4, дополнительная скорость передвижения 18% в реке. Так, стоп, сколько? 1600-2400. Я понял. Реактивный. Мистер реактивный. Опа-на, медузку выиграли? Как? Подожди, три медведя в игре. А, нет, все-таки два. Не, блин, я бегаю как реактивно, серьезно. Да, блин, жмись кнопки. Не жмутся кнопки, странно. Странно и удивительно. Да ёп! РСТ, что мне сегодня падает все на скорость передвижения? Еще скорость передвижения. Я уже практически все нашел. Я уже это нашел, пассивку этого нашел, Рейзера, теперь еще это падает. Но тут скорость 11%, там было 20%, так что это несоизмеримо. Дисперсия на рандоме. Спасибо. Снижение сопротивления магии. Лаги. Я уже все перечислил. Можно меня не трогать? Ё-моё! Ну, кстати, сюда снижение сопротивления магии вписывается, потому что это означает, что тот противник, который получает урон, он получает увеличенный урон за счет снижения сопротивления магии, но я же говорю, что для фана лучше собрать что-то другое. Это несущественно. Давайте мне еще на рандоме что-нибудь. На скорость передвижения, что еще есть? Блин, не успел поставить. Медуза, по идее, проиграет. Еще у меня кнопки не жмутся. Че у меня скорость увеличивается, я не пойму. Было 1955, сейчас 2000. Так, за счет чего? Giant Strike не должен добавлять скорость передвижения. Че я умер? Я даже не видел, как он умер. Он умер за один тик, что ли? Что за бред? Если честно, я не понял, как я умер. Меня медведь, что ли, убил? Что за лаги, блин, алло? Ну, ё-моё. Можешь не лагать? Ты опять вернулась ко мне, да? Нет, медведь бьет.
А, он нашел это, я понял. Да я ж тебя все равно убью. Он нашел себе Fate Addict. А, и этот нашел Fate Addict. Что вы творите, люди, блин? Люди. Мама мия, куда я улетаю так? Что-то все так не сдаются. Там два проклятия, там два проклятия, там четыре проклятия, и не сдаются. Вот это игра. Что происходит? Подожди, сила. 92. Ну, 92 силы. Здесь особо не дают мне урона. Но это немножечко жира. Тоже не помешает. Но не забывайте ставить лайки. Чего-то сегодня прям вообще нет лайков. Завезите лайков немножечко. Вечер добрый. Почему игра не засчитывается? Игра не засчитана, потому что, видимо, не загрузилась в полное лобби. Из-за этого не засчитывает. Там уже 5 проклятий. 68-я волна. Вы собираетесь сдаваться, не, народ? Не хотят сдаваться. Чего себе? Ясно. Полимнул. А, у которого было 5 проклятий. Ну да. Лаги просто какие-то космические, серьезно, просто жесть. Опять Рансак. Нет, опять Медуза. Можно только не Медузу. Ух, ё-моё. Holy shit, you fucking killer, dude! Я нашёл имбу, 26 000 урона. Мне, к сожалению, нечем засейвиться от нее. Вообще, только я вот сюда могу уйти, все. Она меня постоянно бьет. Но что это не сейвит особо. То как бы тоже. Но я нашел имбу. 27 000 урона. Сколько он добавляет урона мне? По-моему, он добавляет мне 1020. То есть вот как, да? То есть вы вот как решили, да? Я понял тебя, игра. Что вы понимали? Мне одна способность, которая действует 14 секунд для трампла, которая идеально сюда вписывается, добавляет мне сверху сколько? 24 000 урона. Все, я пошел погуляю. Можно? Можно я пойду погуляю?
что он не хочет получать урон. Он реально не хочет получать урон. Издеваешься? Сначала просто нашел Fate Edict, и он не получает урон. Замечательная игра. Хорошая игра, просто лучшая. Ай, еще и лагает жестко. Фига себе, вот там бахилит. Ха, прикольно. Прикольно. Ты думал, они не найдут способ? Изи. Не против того попался, чел. Я найду способ всегда. Не на того нарвался. Ой, кажется, вас пробили, сэр. Но он держится прямо как лев львиный до последнего. Не убивайте! Не убивайте Седрика! Пройдет! Он прошел! Иисус воскрес! Иисус! Нет! Удачи! Ого, это добавило больше, офигеть, за то, что я универсал, это добавило больше урона. Что? О, мне надо выключить это. Ента кошмар какой-то. Офигеть, у меня урона. Подожди, сколько нам добавляет мне урона? Мне же сильно интересно. Тридцать две тысячи урона добавляет у меня Enchanted M. Вот если вот так вот происходит в игре, то это чистой воды подкрутка. Просто это подкрутка, когда ты понимаешь, что у тебя лютейшая имба. Нет, он мне все заморозил. Гад. Иди отсюда. Я тебя с руки добью. Лох. Смотри, сколько это добавляет. Так это вообще ни о чем. Иди отсюда.
41 тысяча урона. Я хочу 50. Блин, мало. 43. Так, ну я набью 50, и мне хватит. Мне кажется, эти крипы меня убьют. Чё-то как-то... Ё-моё, меня расщепило. Нечестно. Ну и фикси, у меня все равно два Егиса. Нормально. Живем. О-о-о! Да, под бафом так вообще крипы испепеляются, просто как будто их и не существовало. Ой, я не то нажал. Ой, сори. У меня шикучи добавляют 700 скорости передвижения. 700. Да, энчант тотем — это лютая имба для трампла. Ну, я имею в виду для трампла и... А тут хилится. Да ёб твою мать! Ну хотя ладно, 98 волна. Я, наверное, все-таки не увеличу себе урон до 50. По-моему, это проблема. Да блин, жмись. Убивают. Да, не получилось, не фартануло, но 100 волн есть. Но это было обидно, конечно, хотелось все-таки 50 тысяч. Давно не делал 50 тысяч урона. Ну, практически.